Пожар на Черемушках. В пятиэтажном доме на улице Героев Крут загорелась квартира. К счастью, никто не пострадал. Огонь спасатели потушили быстро. Все видела своими глазами Кристина Немченко. Сообщение о пожаре спасатели получили в полдень. Огонь потушили быстро. В результате с улицы виднеются обугленные окна и балконная рама. В двухкомнатной квартире на пятом этаже вряд ли что-то уцелело. Парадное и само помещение в толстом слое копоти и сажи. На месте работают пожарные и полицейские. Внутрь никого не пропускают. Когда задымление более-менее прошло, пошли туда люди, то и я пошла. И там, помню, еще женщина была, она кричала: «Вика, Вика», не знаю, это ее дочка, что ли, или кто. Вот, я ей карвалтап еще дала. Вот, там еще психолог потом была, я по спине так рассмотрела, что это психолог. По словам пожарных, на момент возгорания в квартире находились хозяева. Женщина, две ее взрослые дочери и зять. Хорошие люди. Серьезно. Мы знаем их очень много лет, 52 года. К счастью, все остались живы. Медицинская помощь никому не понадобилась. Сами хозяева в сильном стрессе. С ними работают психологи. Пятиэтажный дом обесточен. Нижние квартиры затопило. Промокла проводка. Предположительная причина – это короткое замыкание в кондиционере, которым обогревалась квартира. Ну, сейчас работает эксперт, и он даст уже окончательный результат. Кристина Немченко, Алексей Пережилин, 7 канал.